Бо це не є дебати. Дебати – це коли я вас послухав, потім ви слухаєте мене. 15 числа вас жду. Так вот, я летел обычным самолетом, рейсом. Нет у меня возможности в любой момент заказывать борт. Так, стоп! Вас начуты двух, стоп! Вы закончили? Вы закончили? Очевидно, да. Я закончу через 5 лет, а вы закончите 21 апреля. Шах и мат. Из Парижа по телефону Владимир Зеленский открывает счет в предвыборной гонке дебатов с Порошенко. Накануне своей первой международной аудиенции. Уже сегодня он встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «The photo», как теперь модно выражаться на Украине, в архиве у всех пассажиров рейса Киев-Париж. Теперь и у меня есть селфи с будущим президентом. На встречу Владимир Зеленский летел эконом-классом, но, по его словам, не один. Петро Алексеевич Порошенко знает прекрасно, что зараз я нахожусь в Париже, потому что его прекрасные автомобили службы безопасности Украины меня туда сопровождали в аэропорт. Эта информация вам известна. Поэтому господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве, и очень странно, что уважаемый кандидат в президенты Петр Алексеевич меня приглашает в студию. Вас на стадион. Вас и вашу команду пригласили на стадион, который вы выбрали 14 апреля в 14 часов. Вы закончили? Не, я не закончил. А я закончил. Жду 19 числа на стадионе Олимпийский. Точка. До свидания. Вас. По последним данным соцопросов, за Зеленского во втором туре выборов готовы отдать свои голоса почти 50% украинцев. За действующего президента чуть больше 20%. Украинский гарант задумался о будущем. Что вы будете делать после отставки, Петр Алексеевич? 24 году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента. До 24 года еще дожить надо. Что вы будете делать до 20? Он отмахивается от неудобных вопросов и продолжается черная пиар-кампания против Зеленского. О пристрастии к опиатам кандидата должен был рассказать его бывший друг. В штабе Порошенко анонсируют информационный нокаут. Но удара не последовало. Я говорю вам, что это неправда. Я говорю вам, что это, ну, это глупость, высосанная из пальца. До выборов осталось чуть больше недели. В интернете на Зеленского совершают виртуальный наезд. Автора ролика уже разыскивает украинская полиция. Открыто уголовное дело. The фанаты тоже в долгу не остались. Остановите, остановите, пейте, пейте, надо выйти. Остановите, остановите, пейте, пейте, надо выйти. Остановите, остановите, пейте, пейте, надо выйти. Арзы Хасьянова, Вадим Колнобрыцкий, Вести.